базе какапу. Роботы и Лея на детскую площадку едут. Кто быстрее? Пора играть, машины собирать. Колесо, мотор, капот, грузовичок Лёва детали везёт. Лёва! Лёва! Грузовичок Лёва. Какой солнечный день! Кто выезжает из домика? Здравствуй, Лёва! У тебя такая красивая шапка! Да! Сегодня же Новый год! Пора наряжать елку. Гирлянды с лампочками. Шарики. Лёва смотрит шарик, как в зеркало. Кто там едет? Роботы! Привет! Роботам тоже нравится смотреть в свое отражение. А что с елкой? Ой, наверху совсем нет украшений. Поможете мне нарядить елку? О, роботам очень понравилась эта идея. Аккуратнее. Держите лестницу крепче. А наверху елки будет звезда. В коробке ее нет. Я скоро вернусь. Аккуратнее тут. Лёва оставил звезду в домике Капу. Пора ее забрать. Капу! Привет, Капу! Поищешь у себя звезду для елки? Ага. Вот звезда. Спасибо! У нас будет самая красивая елка. Здорово! Робот тянется к самой верхней ветке. Ой, он качается. Лёва, Капу, быстрее! Роботы очень опасно играют. Стойте, роботы! Подождите Лёву! Ой-ой-ой, что происходит? Робот, ты в порядке? Ёлка упала. Игрушки разбиты. И провод гирлянды порван. Догоняйте! Роботы хотят поднять ёлку. Наша елка! Роботам очень стыдно. А машинкам грустно. Надо было слушаться Лёву. Надо провод из розетки вытащить, пока кого-нибудь током не ударило. Мы что-нибудь придумаем! Но шариков больше нет. Есть кое-что получше. Интересно, что придумала Лея? Еще не догадались? Чем можно украсить елку? Все за работу! Роботы и машинки поехали искать новые елочные украшения. Лёва ищет в гараже. Шестеренки подойдут. Они разноцветные и красивые. Грузик приехал в свой магазин.
он будет украшать елку фруктами. Ананас и бананы. Экскаватор Капу любит готовить. Печенье пригодится. Капу украсит елку имбирными человечками. Лея ищет украшения на свалке сломанных автомобилей. Нашла! Она, как и Лева, собирает шестеренки, а еще проблесковые маячки. Робот сделал шарик из снега? Нет, таким елку не украсить. Шишки! То, что надо. Сейчас мы все исправим. Поставим елку на подставку, чтобы она больше не падала. Наденем звезду. Вот что я нашла! Печенье и фрукты. Как красиво! А где роботы? Роботы нашли выключатель и починили порванный провод гирлянды. Включайте! Получилось! Лампочки горят, и звезда светится. Ура! Кому печенье? А? Робот! Слезай! Слезай! Не трогай елку! Всех с Новым годом! Зови, как громче зови. Машины! Машины, машины, фары, фонари и шины. Они слышат тебя, они едут и дудят. Помощники твои. Машины, помощники. Сколько выпало снега! Все дороги засыпало. Снегоуборочный комбайн чистит дорогу. Он сгребает снег и высыпает его на обочину. Дорога расчищена. Снегоуборочный комбайн возвращается домой, в красный гараж. А из зеленого гаража выезжает лесовоз. Он отправляется за елкой в лес. Посмотри, у этой машины есть приспособление для перевозки деревьев. Ой, лесовоз уже едет обратно вместе с елкой. Приехали. Будем устанавливать елку здесь. Из голубого гаража на помощь едет подъемный кран. Он поможет снять елку с машины. Кран поднимает елку и аккуратно ставит ее на место. Готово. Машины возвращаются в свои гаражи. А это вертолет.
вертолет привез разноцветные шарики для украшения елки. Желтые, оранжевые, голубые и красные. Как их много! На макушку елки поставим звездочку. Чудесно получилось! Полицейская машина проезжает по трассе, чтобы узнать, не нужна ли кому-нибудь помощь. Сверху мертвой петли виден весь город. Это грузовик. Интересно, что он привез? Это же подарки! Целая гора коробок. Сейчас автопогрузчик аккуратно сложит коробки рядом с елкой. Готово! С Новым годом, машинки! Чтобы большую машину собрать, много деталей нужно отыскать. Леве с друзьями помочь можешь ты, вместе мы команда мечты. Грузовичок Лёва. Это грузовичок Лёва. Он везет новогоднюю елку. Приехали. Поставим ее около дома. Красный робот лепит снеговика. Почти готово. Капу едет в магазин грузика и везет в ковше новогодний подарок. Привет, грузик! Ты готов? Ага. Погрузчик грузик приготовил разноцветные елочные шары в цветных коробках. Их он повезет к Леве, чтобы украсить елку. Закрываем коробки. О, высокая башня из коробок получилась. О. Поезжай аккуратно, грузик. Что это? Какую смешную голову из снега сделал красный робот снеговику. Снежный ком должен быть ровным и гладким, как шар. Роботы, не ссорьтесь. Что вы делаете? Так нельзя ездить. Фиолетовый робот ничего не видит. Стой! Робот столкнулся с грузиком. Коробки разлетелись, и все шары перемешались. Робот, поможешь нам теперь все собрать?
Грузовичок Лёва едет на помощь. И красный робот. Все вместе мы быстро соберем шарики. Нет, робот, шарики были разложены по цветам. Желтый шар в желтую коробку, красный в красную. Вот так. Готово! Можно ехать наряжать елку и праздновать Новый год. Грузик, Лёва поможет тебе довезти коробки. Давайте положим под елку подарки. А теперь откроем коробки с шариками. Шарики на елке. Как красиво! Повесим гирлянду. На верхушку елки поставим звезду. Ура! Смотрите, снег пошел. Роботы, открывайте подарки. Теперь у вас тоже есть красивые новогодние колпачки. И салют начинается! Настоящий Новый год! Умные машинки. Посмотри, это звездочка на облаке. Куда она полетела? Звездочка играет с нами в прятки. Доброе утро, Мими! Сегодня наступает Новый год. Мими едет готовиться к празднику. Что она повезет домой? Желтый шарик. Гирлянду. Снеговика. Голубой шарик, красный шарик, это домик Макса. Доброе утро, Макс! Куда ты поехал? Что это?
Это снег, а на снегу лежат подарки. Макс будет их собирать. Собирай подарки, Макс, а мы их посчитаем. 1, 2, 3, 4, 5. А это что? Шапочка Деда Мороза. Пикабу едет за елкой. Какую выбрать? Самую низкую? Среднюю? Или высокую? Бери низенькую елку, Бу, чтобы она влезла в домик Мими. А что сегодня нарисовано на картинках? Снеговики. Ёлки. Носки с подарками. Подарки. Гирлянды, карамельные трости. Стемнело. Пора наряжать елку и праздновать Новый год. Ёлка, подарки, ёлочные украшения. А что спрятано в шкафу Мими? Звезда! С Новым годом!